Ребята, час вторая. Проезжал я шланг с обеих сторон, потому что здесь два выхода, когда давление поднимаешь, выпрыскивает всю эту херню. Вот. С резервуар, с бачка, короче. Вот. Сейчас включим давление. Бара. Посмотрим, насколько это реально. Старая выталкивает. Бурбашек дофига, надо ждать, пока бурбашки вытянутся. О, бурбашек нет. Что такое, блядь? Зажимается тут уже. Крап. Так, одно прокачали, сейчас зажмем. То есть я зажал. Немножко головка сбита там. Вот. И заднюю левую сейчас, а потом переднюю правую и переднюю левую. Или переднюю левую. Переднюю правую. Вот. Все это почистить. Чистенько. Вот так вот. Готово. Новые прокладки, новые шпильки, все новое, смазано все.
Так, передняя, правая. Включим наш компрессор, включим давление. Давление пошло по трубам. Hello, Franzi. Два бара достаточно. Вот у нас бульбашки идут. Потому что давление. Вышло. Так, это прокачано. Следующее впереди. Левое впереди. Переднее. Потом задняя. С левой стороны. Франзе, эй! А, батарея может села. Мне кажется, батарея села, надо подзарядить. Машина на лифту стояла пару дней, некогда мне было это делать. Подключим сейчас. Подключим подзарядочку. Блин, с одной рукой неудобно, ребята. Это жопа полная, блин. Это полная жопа. Сука, нам амперов тут. Переборщить. Ну, посмотрим. Что у нас случилось-то? Что не работает? А? Надо добавить. Оказывается, тормозной жидкости. Блин, а у меня есть она или нет? Наверное, нету. Заказать. Да, закончилась, поэтому не включается. Понятно. Ну, сейчас закажем и продолжим это дело. Так, долил я жидкость тормозную. Машина отключилась перед этим, потому что было очень мало жидкости. Поэтому будем продолжать сейчас. Осталось этот и этот нам процедить. Поэтому будем доделать, так сказать. Ну, посмотрим. Сразу включилось, бля.
без проблем. Прокачивается нормально. Прокачали мы сюда сзади и все как-то, если у нас решено. Сразу давление прокачивать надо. Включить давление. Два с половиной бара больше не буду, потому что сильно дофига. Ну, пара бульбашек идет там. Сейчас колеса поставим, заведем ее нафиг. Интересно, включает или нет. Медленно, но уверенно течет там. Бульбашек нет. Затянем это дело сейчас. Система вся прокачана, бульбашей нету, все выкачано, можно колеса сейчас поставим, все будет зашибись. О, блять, шнурки эти нафиг надоели уже, развязываются каждые 5 минут. Так, это прокачали, то прокачали. Всякий случай, потому что будет текти нафиг все.
чуть-чуть это. Так. Не льется ничего, все зашибись. Так, это у нас на место. На кругу тоже. Аппарат стоит 1000 фунтов, я не знаю, сколько это в долларах. Очень-очень удобно, когда сам работаешь. Сам работаешь, это вообще обалдеть. Сыпуху можно прокачать самому, тормозную систему всю. Короче, очень удобно. Сейчас колеса поставим и все, готово.